явлений акне мы сейчас будем проводить детокс программу по очищению крови, печени, мочеполового комплекса от токсинов. Все это будет проводиться через автоматическую капельницу, которая титрует, дозирует, улучшает температурные показания раствора, ну и не дает возможности человеческому фактору в виде каких-то пузыриков и так далее доступ в кровь системно. Мы ее заправляем. Сейчас будем подключать клиента и не будем беспокоиться, что надо через каждые 5 секунд контролировать введение жидкости. Вену. У нас мальчик-спортсмен. Вена в палец толщины. И начинаем капать. Все, пошла работа. Комфортно? Да.